Одессит Петр Соломонович Столярский был фанатиком искусства. Музыкант-самоучка, как скрипач, он не был высоко оценен. Однако его педагогический дар сомнению не подвергался. Обучал Столярский только малышей, дотошно отбирая в свою школу не только способных детишек, но, как он сам говорил, талантливых родителей. И воспитывал самых обыкновенных гениальных скрипачей. Когда ученику-подростку исполнялось 12 лет, он уже настолько любил творчество, что не возникало вопроса о дальнейшей карьере. Бесконечным источником вдохновения для громадной работы была сама музыка, которую, по его словам, Столярский ценил за радость, за счастье. Хорошая музыка, даже если она печальна, зовет к жизни, любви, к людям и природе. Вот за что я люблю ее. Блестящая скрипачка. Мастер своего дела, не останавливающийся на пути к совершенству. Амулана Ачирова, Россия. Добрый день, дорогие друзья. За окном весна, хорошая погода. Мы сидим дома. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что отменяются все концерты, мероприятия, поездки. И каждый переживает этот стресс по-разному. Но профессия музыканта, она же и помогает справляться с этими сложностями, потому что мы можем заниматься любимым делом, даже не выходя из дома. Я сыграю для вас анданте и аллегро из ля минорной сонаты Баха.
Thank you.